приехали впервые с просветительскими экспедициями Институт русского языка имени Пушкина, замечательные преподаватели, замечательные люди, что мы услышали живое русское слово. Надеемся, что мы будем встречаться ежегодно по возможности, и каждый раз для нас такие встречи, как глоток свежего воздуха. Я хочу, на самом деле, искренне поблагодарить всех, кто к нам приехал. Имена не буду перечислять, правда, но всем очень-очень благодарны, потому что, на самом деле, все доклады были очень интересные и очень востребованные, потому что, когда работаешь, ты все время как-то уходишь в свою работу и забываешь, что еще есть что-то кроме того, чем ты занимаешься. И очень полезно было все это услышать и о цифровых технологиях, и о молитве в русской литературе, да, и, конечно же, о методиках преподавания русского языка. Искренне-искренне всем благодарим, и очень хотелось бы, правда, чтобы приезжали, приезжайте все, приезжайте часто. И с большим удовольствием сегодня могу сказать, что мы прослушали лекции семинара Международного просветительской экспедиции. Очень довольны как участники, так и гости нашего музея, которым удалось прослушать замечательных докладчиков. Это было действительно очень полезно, очень интересно. И мы будем надеяться, что эти встречи будут постоянными. Они так необходимы, особенно для нас, русскоязычных людей Вильнюса, которые стремятся повысить свой уровень языка, и для преподавателей, которые принесут эти знания в школы и будут учить детей говорить правильно. Спасибо большое, ждем вас снова. Вы знаете, только положительные эмоции, и нам, я думаю, что от лица многих слушателей, которые присутствовали на семинаре, который продолжался целых 2 дня, и невзирая на то, что это были суббота и воскресенье, была многочисленная аудитория, которую собрали замечательный человек, такой как Светлана Юрьевна Камышова и Эльмира Маратовна Афанасьева, которые нас просто держали, видите, как это, русский язык, держали в напряжении, значит, нас, скажем так, возбудили даже. И восторженно, потому что когда после, сейчас нахожусь после проникновенной лекции Эльмиры Маратовны Афанасьевой после Пушкина, так что, вы знаете, это нас заставляет еще раз по-другому прочитывать произведение. Сегодня мы пришли послушать, казалось бы, уже все слышанное и ведомое, казалось, что что-то неоткрытое, какой-то толчок получили для себя. Да вот я говорю о своем восприятии. Для меня сегодняшнее слушание было таким, знаете, родником чистой воды, потому что мы, учителя русского языка, живущие в Литве, слышали сегодня такую грамотную, правильную русскую речь, и за этот очень маленький промежуток времени действительно немало узнали дух. Спасибо. Такие мероприятия нужно проводить, и мы стараемся, мы сотрудничаем и проводим и на литовском, и на русском языке. Такие мероприятия должны быть традиционными и периодически обязательно повторяться. Мы всегда будем рады гостям из Москвы, из литературного, из Государственного института русского языка имени Пушкина. И для нас это тем более актуально, что мы живем в Литве, и русский язык в литовских школах стал вторым иностранным. И здесь очень важно как раз поднять уровень преподавания второго иностранного языка, русского языка, в литовских школах. Спасибо, спасибо большое, спасибо.